чем обратно. По такому же маршруту машины все проходимые у самурая. У красного самурая пропала зарядка, он уехал. Ну и Андрюха Панару оторвал. Минус две машины пока. Смотрите, что творит. Вот кого надо снимать. Просто бешеные. Они там, кстати, на колесе сидят. Так, Валера как-то поникший. Они на колесе сидят. Ё-моё, меня развернуло боком, поставило. Иду боком, выровняло. Посмотрите, что делает. Сейчас мы возвращаемся к переезду и по кратчайшему пути на болото едем. Попробую его догнать, называется. Ёлки, Валерка, извини, конечно, целый день ты просидел там сзади. Сейчас покатаешься. Так, что это за объезды вообще? Ох, он и дубасит по звуку вообще жестко. Так, все отстали где-то. Ё-моё, ёлки-палки, я забыл, надо медленнее. Забросало меня землёй немножко. Инсгауэр очень быстро идет. Там пилот мощный. Валера склонился, спать, наверное, хочет. Что-то его на сон клонит. Положил почти мне голову на плечо. Вот тут мы, наверное, с Максом соревновались. Этим рулем вот только выскочил. Никого не видно. Так, а вот и колонна чуть подотстала. Какая-то илисто-глинистая почва такая, очень очень вязкая и скользкая. Гауэр ушел в отрыв. Так, а вот и бревно наше. Тут машины все сейчас посерьезней остались. Технично. Дождь почти прекратился. Классная самурай машина. Патрол тоже огонь. Перехвалил.
Блокировка сзади не помогает. Поможет. Женя туда так красиво прошел вообще. Вроде как создано. Ну, 70-ка действительно. Как создано для этого. Блокировок нету. Патрол подкопал уже немножко. И стало хуже. Ходом перепрыгни. Вправо руль попробуй. Хода нету. Почти. Блокировочки не хватает. Надо продавать, Жека. Не, диагоналка что-то. Назад не едет, да? Эти два колеса не крутятся. А ну пока. Два правых крутится, два левых не крутится. Два правых крутится, два левых нет. Блокировки. Да, блокировки. А межосевая включается или она автоматически? Странно. Хорош, не мучай, хорош. Зацепился за серьезную машину. Подожди, я у вас. Две пониженные надо, тогда у вас стоит на месте. Видите? И Toyota выезжает. Красиво. По чуть-чуть, не очкуй. Вы на меня. На меня руль. Экшен на ровном месте. Да? Не, ну так, чуть оторвалось колесико. Просто бревно в лесу называется. Бревно на лесной дорожке. Штурман. Делает экшен. Штурман, елки-палки. Леня Миша придумал новое имя — бетонная нога. Говорит, ты видишь, как он ездит? Да, исчез. Скрылся давно из поля зрения. Да вообще страшный человек. Валерка обмяк, намок, повис. Летим дальше. Теперь я замыкаю. Так, ну сейчас еще немножко и мы долетим до переезда, а там уже и рукой подать до знаменитого болота. Леня говорит, хочу хоть на него днем посмотреть. Я думаю, всем будет интересно, там место четкое. Болото настоящее такое, качественное. Да, тут такой песчаный грунт, ближе к железной дороге. Да, интересное такое. Грунт меняется. Песок сначала, потом такой более глинистый, а потом уже болотистый.
далековато еще. Да, как-то сегодня в хорошем темпе мы едем. Несмотря на такую погоду, очень как-то все машины хорошо подготовлены. Никаких вопросов нету вообще. Слабые только фонары от Land Rover. В общем, это в остальном проблем нету. Все, переезд. Видите, так вода меняет, что кажется, что это вообще другое место. Я тут поеду. Тут такая пылюка была нереальная просто. Месяц назад невозможно было двигаться, как на Дакаре в Южной Америке. Пэш-пэш такой. А сейчас все классно. Вон они впереди, оторвались. Тоже такой орлиный кусок здесь можно наступить. Столбы только с двух сторон опасно. Да, веселый денек. Дубасим. Немножко не хватает. Ну, сейчас в болото доедем, там всем понравится, я думаю. Уже недалеко, тут километра 3-4 осталось до этого всемирно известного болота. Дождь не прекращается. Блин, смотрите на меня. Машинист доволен моим проездом. Так, надо чуть скорость снизить, наверное. Обычная дорожка, лесная, песчаная, превратилась в такое месиво. Валера дремлет, прилег спать. Сколько мы это болото в прошлый раз долго так искали, но сейчас все уже найдено. Да, в минус 17 там была покатушка. Температура воздуха на улице. Блин, как-то он валит, не догонишь. Знакомые места. Тут дают советы людям. Давай, потому что надо нормальное видео. Ох, ёханый бабай. Вот маньяк идет с горы. В лучах заката красиво, как идет. Слышишь, надо вторым девайсом сфотографировать его. Пока идет. Хорошо идет. Надо, да? Сейчас поломает его. Вон маньяк. Снимаешь ты маньяка? Да. Да все, гаплыками. Не, ну маньяк упорный. Собачку не задави, изверг. Назад.
фолловер, и он едет к вам, блин. Ёбаный бабай, выехал. Красавчик. Вот это место, блин, запах не передает, камера жалко. Гаплык ему. Течь, пошла течь. Мы тут катались на льду. Это эпично вообще. Блин, реально надо бы на ту сторону перебежать, пока не поздно. Гаплык. А так хорошо начинал. Нивер, чехи нежные. Я б на его месте текал. Там уже такая волна пошла. Скоро до нас дойдет. Может, где нормальные люди приехали, как другого пожарит. Вырыли вот. Я, блин, испугал. Какие траектории у него. Я на его месте куда бы не ехал. Он-то будет тонуть быстро, если что. Пахнет так там. Оху, да. Да? Да, у него траектория лучше. Ну такой два, да. Ну такой один отдыхает.
Папа его встречает на том берегу. Да. Движение не делает. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мальчик, отойди, я тебе говорю. Этот что по автобану идет, да? Да нет, там дно замерзло уже. Камеры, камеры поставьте, я сниму. Смотри, смотри. Маньяки, тест-драйв, камеру, голову убери. А когда вы выложите это видео, чтобы я мог посмотреть? Во-первых, мы проверим, как звук работает. Слышь, понял, фокусировка на телефоне у меня сейчас не на машину, а на ваши камеры фокусировка. Рядом поставьте ближе камеру. А у вас меньше она показывает. Надо зум увеличить. О. Не надо, уменьши зум минимальный, сделай там и там. Ну вот у меня минимальный, все, видишь? А у нас вот минимальный. То есть у нас захват больше? Да. Да не одинаково. Меньше даже. Но у тебя четко показывает. Кого? Цвета другие как-то. А, ну, у соседа всегда толще. Ну вот и все догнали мы. Прямо. Кроссоверы, грибники, Outlander новенький. Думаю, чувак, вот это у меня внедорожник, я по каким дорогам еду. Блин, вот такие залетают физики в карманы даже. Видите, уже слой увеличился здесь. Скоро я буду как
Очень известная фотография. Человек залеплен весь полностью, только глаза видны. Еще далеко до того состояния, но достаточно далеко тут. Километра, наверное, не 3-4, а где-то 5-6, наверное. Так, ждут меня. Это жесткий аппарат. И аппарат, и пилот. Меня чуть не бросало. Можно было бы дубасить, конечно, по полной. Вот оно и болото. Где-то остатки Лениного фонаря должны быть. И бородача. Паркуемся пока. Дадим новеньким возможность себя проявить. Классное место. Так, мы летели, летели и долетели сюда. Миша пока не едет. Или едет. Куда такое настоящее? Езди проверить проходимость. Настоящее месиво. Было тут сухо тоже, появилась лужа, тем более интереснее будет.